Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! С вами Ольга Турчина, и сегодня я хочу вам показать, как правильно регистрироваться, когда вы заходите на 4 места. Для этого вы нажимаете на ссылочку, которую вы получили от человека, который приглашает вас в этот бизнес, и нажав на ссылочку, в открывшемся окне вы увидите вот такую форму регистрации. В этой форме уже будет имя пригласителя, и сюда больше ничего не надо ставить, никаких флажочков. И вы заполняете, я уже форму заполнила, но вы начинаете заполнять логин, 2 раза пароль, фамилию, имя пишете на русском языке, остальные данные, адрес электронной почты, скайп на английском. Вписываете свой телефон, заполняете всю форму. Когда вы будете ставить в календарике дата, число, значит, надо делать в таком порядке: месяц, год. И последним число вы нажимаете число, и у вас подтверждается, идет. Так, сделаем по-новому месяц. Год и число. И нажимаете на число, и у вас подтверждается дата регистрации. Вы заполнили вот эту форму. Здесь внимательно смотрите. Пока вы заполняли форму, вы сами видели, как у меня сбился календарик. Вот эта капча, вот этот код, он уже устарел. Для того, чтобы... И когда вы введете вот эти данные, у вас поменяется имя пригласителя. Значит, для того, чтобы этого не случилось, у вас все данные заполнены. Нажимаете на стрелочки. И у вас обновилась капча. Вводите капчу на латинице. Так. Ставите флажок, что вы ознакомились с правилами. Вот здесь вы, когда регистрируетесь, есть договор оферты. Перед тем, как регистрироваться, почитайте. И нажимаете на... Это соглашение о сотрудничестве. И нажимаете на ОК. Вот такое окно появляется, когда у вас все правильно произошло. И системное сообщение. Здесь вас поздравляют с успешной регистрацией. Предлагают зайти на почту, указанную при регистрации, и подтвердить вашу регистрацию. Идем на почту. Вот письмо у нас лежит в ящике. Нажимаем на вот эту ссылочку. Она самая тут длинная. Вторая ссылка, средняя. Указаны ваши регистрационные данные. Пароль. Нажимаете ОК. Все, вы можете, активация прошла успешно, вы можете заходить в кабинет и делать проплату. Это мы сделали регистрацию первого места. Для того, чтобы зарегистрировать ваши еще 3 места на первом уровне, вам нужно активировать свое место. Сейчас мы зайдем в кабинет, который мы... на место, которое мы зарегистрировали. И продолжим дальше. Вот смотрите, когда вы зарегистрировали это место, подтвердили регистрацию, вы можете зайти в свой кабинет и увидите вот такую картинку. Здесь у вас будет стоять минус 7. Это значит, что вам нужно пополнить ваш счет на $7. Когда вы сюда пополните счет на $7, станет 0,00 сумма. И вот этот вот кружочек станет зелененьким. Это значит, что вы активны, вы сделали инвестицию в $7 вот на этот месяц, в котором вы зарегистрировались. С начала следующего месяца вам надо, у вас здесь опять появится минус 7. Так вот, это наше первое место. Для того, чтобы зарегистрировать следующие места, вам необходимо пополнить ваш счет. Если вы заходите на 4 места, значит, вот сюда, на свое первое место, на свой главный аккаунт, вот пополнение счета, ложите сразу $28. Нажимаем ОК. Выйдет вот такое системное сообщение, что вам выставлен счет. Этот счет у вас находится чуть ниже, вот здесь вот, на $28. Нажимаете «Оплатить». И система предлагает вам 3 способа оплаты. Perfect Money, Liberty Reserve, вот этот вот кошелечек, портмоне, это уже из заработанных денег. Для тех, кто регистрируется, это не актуально. У вас есть 2 способа оплаты. Perfect Money
и Liberty Reserve. Выбираем Perfect Money, я пользуюсь Perfect Money. Вы пользуетесь той системой, к которой привыкли, которой удобно. Вот вам выставлен счет. Здесь 28.56 с учетом комиссии компании. Нажимаете «Подтвердить» и «Оплатить». И автоматом вас перекидывает на Perfect Money для оплаты. Дальше оплату вы производите, и вот следуя тем шагам, которые от вас будет требовать система. Вы нажимаете «Сделать платеж», вот стоит 28.56, но Perfect Money компания возьмет еще свой процент. Они берут 0,05% за транзакцию. «Сделать платеж». Дальше я уже идти не буду, потому что я эту оплату делать не буду. А вы, вот тут указан кошелек Extranet Investment. Вот сумма, которую надо ввести. Сюда вы вводите свой ID Perfect Money, пароль, вводите вот этот код. Перед тем, как вводить этот код, я всегда тоже обновляю. Нажимаете «Посмотреть платеж» и «Подтвердить платеж». Вот такие шаги по проплате своих мест в компании. Значит, когда вы сделали подтвердить платеж, вы возвращаетесь обратно, вас вернет на мерчант, опять вернет вас вот сюда, в ваш кабинет. Деньги вы сразу здесь не увидите. Деньги вы сюда попадают в течение суток. Значит, в течение суток у вас здесь на вашем счету вы увидите $21. А вы заводили 27-28. Но вот это место уже будет активировано. Вот этих $7, вот тут уже будет зелененькая ваша личная инвестиция. Это будет уже активное проплаченное место. Эти $7 уже работают. У вас здесь останется $21. И у вас уже будет активная ссылка, ваша реферальная ссылка, которая находится вот здесь в инструментах. Нажмете на инструменты, и первая ссылочка, которую вы увидите, будет ссылка для регистрации с вашим логином. Вот по этой ссылочке, которую вы увидите в своем кабинете, в разделе «Инструменты», она будет стоять первая, вы регистрируете своих первых 3 места. Если я зашла в тур 7, значит, первое место будет тур 71, тур 72, тур 73. Вот я зарегистрировала 3 места под свое главное. В вашей структуре тут вот тур 71, пригласитель Ольга Турчина. И вот эти места вы их зарегистрируете, но вы здесь их не увидите, потому что они не проплачены. Для того, чтобы эти места были активны, смотрите, вы регистрируете все 3 места, и каждое после регистрации идете на почту и подтверждаете, активируете. Когда вы активировали все 3 места, вы возвращаетесь опять в свой главный кошелек. Здесь у вас есть главный аккаунт. Здесь у вас есть $21. И здесь у нас чуть ниже есть такая функция «Перевод средств между логинами». Нажимаете, у вас открывается окошечко вот такое. Здесь вы ставите сумму 7. Мне пишет система, что у меня нету таких денег. Сюда вводите логин. Тот логин, который, если я регистрировала, это будет тур 71. Вот здесь, когда вы откроете это окошко, у вас будет $21. Вы нажимаете «Ок» один раз. У вас откроется еще такое маленькое светленькое окошечко, и будет написано, что $7 успешно перечислены. Вы нажимаете на этом маленьком окошке «Ок». А вот на этом, и у вас вот здесь остается это окно. Здесь уже будет, за минусом 7 будет $14. Вы меняете вот в этом логине только цифру 2. Точно так же нажимаете, подтверждаете. Потом делаете третью оплату. Подтверждаете. Один раз. Деньги четко списываются после первого нажатия. То маленькое окошко, которое выскакивает, оно просто говорит, что списание прошло успешно. Все. Когда вы проплатили все 3 места, у вас здесь стало 0,00 по нулям, обнулился баланс. Но у вас зато стали активными все 3 ваших места, которые у вас на первом уровне. И когда вы откроете уже свою структуру, то вы увидите здесь
Вот, например, я зарегистрировала тур 7 и проплатила тур 71, тур 72 и тур 73. Вот все три места активные вы увидите здесь на своем, в своей структуре. Вот так проходит регистрация 4 мест. Как зарегистрировать 13 мест, я расскажу в следующем видео. Еще одно такое важное замечание, я уже говорила, но еще раз напомню. Сколько бы мест вы не регистрировали, вы просто, если вы идете 4 места, это $28. Если вы регистрируетесь на 13 мест, это $91. Все деньги делайте одним переводом, одной транзакции на свой главный логин. Потом, без всяких оплат, вы внутри своей структуры переводите эти деньги моментально и активируете остальные логины. Но вы не делаете при таком вот раскладе 10 переводов с Perfect Money по $7, там, да, или 4 перевода, или там сколько. Вы делаете одной транзакции, остальные все переводы вы делаете между своими логинами. Когда вы зарегистрировали и активировали свои 4 места, дальше вы начинаете раздавать ссылочку и работать, приглашать, строить структуру. Значит, вы уже первую свою ссылку главного аккаунта не давайте. Вы заходите на первый уровень, у вас есть 3 места. Под каждое место вам необходимо зарегистрировать 3 человека. Значит, вы зашли в свой первый аккаунт, по этой ссылочке зарегистрировали 3 человека. Во второй аккаунт по ссылочке зарегистрировали и так дальше. Под все 3 места я вам советую для начала вручную расставить вот так вот всех людей, чтобы равномерно. Потому что система, когда будет заполнять, она почему-то вот ставит всех в одну линию вглубь, вглубь, вглубь. Потом придется обращаться в поддержку и выравнивать структуру. При регистрации партнеров мой вам совет. Давайте им лично ссылку того места, под которое вы хотите регистрировать. С вами была Ольга Турчина. Я вам рассказала о регистрации 4 мест. Желаю вам успехов в работе. До свидания.